Чувствуешь? Чувствуешь, мелкий? Я ноги давно не мыл. Но нет, не об этом. Город, вот запах. Запах родной помойки. Запах родного города. Вот это я понимаю. Жизнь цветет, процветает. Выше трехэтажной халупы в этом городе нифига нет. А то настроили эти все свои новостройки девятиэтажные. Там света не видно дневного, потому что выше облаков в жопу это все. Пошли, мелкий, к нам в контору. Пошли в ресторан, давай забегай. Кстати, если что, мы с тобой, мелкий, сегодня ресторанчик этот откроем, как бы. Бабульки надо варить. У нас завтра уже лето наступает. Это значит, что дачку, бассейнчик, мангальчик, шашлычок, пищлячок, Костянчика наркоманчика позовем. Костянчик нам вообще там будет реально. Наймем Костянчика. Каждый день нам там будет шашлыки жарить. В общем, смотри, мелкий, что у меня есть. Посмотри. Покажи. Ты смотри-то, Дуримонда Петровна до сих пор здесь бешеная бегает. Надо его, походу, опять в туалете утопить. Это я заберу себе, повешу у себя дома. В общем, мелкий, какие у нас планы прямо сейчас? Я отправлюсь на поиски Костянчика. У меня как бы есть зацепка. Мне какой-то Школотрон звонил, сказал, что Костянчик может находиться в особняке за городом. А твоя задача... Ну, ты сейчас шуруешь в школу, пока еще весна. Ты сейчас в школу, да-да-да, а после школы возвращаешься в ресторан и начинаешь варганить пиццу наперед, потому что мы с тобой сегодня-завтра открываем ресторан. Все, давай, мелкий, до свидания. Мне еще, кстати, ролик же смонтировать нужно. Мы же с тобой записали ролик, там богатый школьник показывает свою хату. Вот я его смонтирую, выложу, потом пойду искать Косточку. Все, давай. Что ты от меня хочешь? Что? Скамейка. Мне сесть на скамейку? Ладно, ты мне хочешь что-то сказать? А, как ты мне скажешь, ты же не мой. Ну ладно, хорошо. Да я пошутил, мелкий, убери свою рогатку, ты что мне угрожаешь? Что ты, что такое? Ага, хорошо. Так, ты что-то выпил? Может, подорожник какой-то отравленный съел? Не, башкой стукнулся в маршрутке. Не. У тебя сотрясение, ты просто так башкой крутишь, то, что у меня сейчас реально башка закружится. Ты что от меня хочешь? Я ничего не понимаю, что ты от меня хочешь. И куда ты побежал? От проблемы уходишь, значит, да? Скрываешься, разговаривать со мной не хочешь. Вот так всегда, мелкий. Я у него что-то спрашиваю, он не отвечает мне, разговаривать не хочет. О, повернулся, значит, да? Подожди, ты со мной в крокодила, что ли, играешь? То есть ты мне показываешь какую-то лабуду, да? А я должен угадать, что ты мне показываешь. Хорошо, давай, сыграем с мелким в какую-то игру, я не знаю. Новый год! Новый год! Подарки, Новый год, много подарков. Много подарков. День ВДВ? День защитника Отечества? День рождения Ольги Бузовой? День рождения Ольги Бузовой? Она нас еще на день рождения зовет? Нет? Торт! Твоя мамка торт заварганила мне! Ну хорошо, спасибо большое тебе. В принципе, мел... Ну хорошо, нет, не угадал. Свечки, свечки, много свечек, много свечек. Ты что-то поджег? Ты свечками что-то поджег? Ядрить меня просто, я не знаю куда. Я ничего не понимаю, что ты от меня хочешь. Здесь шарики. То есть праздник какой-то. Какой-то праздник. Ты хочешь у нас в ресторане банкет организовать, да? Праздник какой-то. Праздник, позвать своих друзей. А, ну да, у тебя же нет друзей. Торт. Торт много... Это праздник, да? Я, как я уже сказал, день рождения Олечки Бузовой, да? Олечка Бузова? Нет, день рождения. День рождения? Скажи да, если день рождения. Скажи нет, если не день рождения. Так, не, хорошо. Не, мелкий, у меня день рождения не сейчас, у меня день рождения летом. У меня, не, мелкий, я, ты что-то перепутал, у меня летом днюха, не сейчас. Что? У тебя день рождения? Ты ничего не перепутал? Подожди, еще раз. У кого день рождения? У тебя? То есть у тебя сегодня день рождения? А что ты мне раньше не сказал?
Так, мелкий, иди сюда. По такому поводу, как бы хэппи пёзды спеть можно. Иди сюда. На колени сел быстро. На колени. Хэппи пёздэй тую. Хэппи шмёздэй тую. Хэппи хуяздэй, май литл мелкий. Хэппи пердёздэй ту. Айё! Сколько тебе годиков? 5, наверное? 4? 3? 2? 1? 0? Ты ещё не родился? 7, наверное. 7? Тебе 7 годиков? Ты смотри, ты уже... То есть ты в сентябре уже во второй класс пойдешь, значит, да? А чё б тебе подарить-то? Я не знаю. Ну, постер Бэтмена мой. Там есть что-то? Кто выбросит бычок мне в мусорку? Мелкий, может, сигарету будешь? Может, покурим, мелкий? Я тебе сейчас покурю, собака! Я тебя зря отучаю от курева! Так тоже не делается, мелкий мне как брат, как сын, как отчим, как сестра родная. Я ему должен какой-то подарок сделать. Так дела тоже не делаются, а подарок у меня нет, я даже не знал то, что у него сегодня день рождения. Мелкий, у меня для тебя подарок есть. У меня для тебя подарок есть. Пойдем домой. Мелкий, я знал! Я знал, что у тебя сегодня день рождения. Не знал. Я вообще не чаю то, что... Давай. За мной. Если что, я тебя предупреждаю. Я тут коврик постелил. Вот, новый коврик. А под ковриком там есть небольшой такой секретик. Там я спрятал ключ. Если что, ключи я буду прятать под ковриком. Просто, чтобы ты запомнил. Заходи. Давай внутрь. На второй этаж. Кстати, может тебе перчика подарить? Собака бесполезная. Мне она не нужна. Можешь себе забирать. Все, хорошо. Хороший подарок. Пока, мелкий. Не? Я пошутил. На второй этаж там тебя ждет подарок. Вот там. Иди сюда. Вот, садись на кровать. Садись. Я тебе подготовил подарок. Я знал. Это мой компьютер, радиатор, лампочку, часы, будильник. Будильник, чтобы в школу вставал. В общем, жди. Мне нужно сгонять за подарком. Я через несколько минут вернусь. Ты никуда не уходи, с незнакомцами не разговаривай. Ах, ну да, я забыл. Я скоро вернусь. Так, походу, мне нужна помощь Михалыча, Стёпы, Гены, Бабы Зины, Бомжары и всех, кто живет в этом городе. У меня нет никакого подарка. Может, ему камеру подарить? Может, что ему можно подарить? Михалыч вообще в магазе или не в магазе? Михалыч! Здорово. О, привет! Быстро, у меня нет вообще времени, я сказал мелкому, то, что я вернусь через несколько минут. У мелкого днюха, у меня нет ни черта в кармане, что можно ему подарить. Михалыч, выручай, пожалуйста, дай что-то, что я могу ему толкнуть. Дай компьютер, дай вазу, хотя ваза ему не нужна. Экран, монитор, найди что-то. Ого, я даже не знал, то, что у него сегодня день рождения. Да никто не знал, он никому не сказал. А как бы он сказал, он-то разговаривать не умеет, он сегодня мне намекнул. Спектакль прям полностью устроил, то, что у него сегодня день рождения. Пожалуйста, Михалыч, выручи, ей-богу, буду в долгу. Сейчас посмотрим, что есть у меня. Давай. Ну, рожай быстрее, Михалыч, у меня 4 минуты осталось, мне через 4 минуты домой уже нужно вернуться. Дай что-то! Есть только это. Соска? Это ты, соска районная? Зачем 7-летнему парню соска? Что он с этой соской будет делать? Я сомневаюсь, что он сосать любит. У меня другого ничего нет. Жлоб ты, Михалыч. У тебя там стереосистемы, у тебя там компьютеры стоят, а ты мелкому не можешь подарить? Спасибо большое тебе за поддержку. До свидания, Михалыч. Я, наверное, буду жалеть об этом. Рикардо! Дорогой! Помощь твоя нужна. Ты с ума сошел?
Да, конечно, миленький, ладно. Рикардо, сядь, быстро. У мелкого день рождения. Мне нужно что-то, что ему подарить. Я, наверное, пожалею действительно то, что я к тебе обращаюсь, но у меня ничего нет. Этот дебил мне соску подарил. Соску. Может, тебе соску отдать? У тебя есть что-то, что я могу мелкому подарить? Да, есть. Выручи, пожалуйста, брат. Выручи. Буду должен. Что? Что у тебя есть? Флажок? Зачем ему радужный флажок? Ну ладно, повесить себе там на стеночку. Это все? Тогда спасибо большое тебе, Рикардо. Все, я потопал. Возможно, он ему пригодится. Я не знаю. Стой. Что? У тебя еще что-то есть? Рикардо, вот ты, походу, наверное, самый лучший человек в этом городе. Ты мне сразу два подарка для мелкого дал. Клизма. Ты думаешь, мелкому нужна клизма на день рождения? Главное, вставляй. Да пошел ты. Спасибо большое. Этого извращенца нужно как-то выкинуть из этого города. К кому я еще могу обратиться? Степа. Нет времени! Степ, нужна помощь! Степа! Прости, дорогая. Я недорогая. И прощать я тебя не буду. У мелкого нюха. Мелкому нужен нормальный подарок. Я не хотела разводиться. Ты что, с женой развелся? Ты опять запухал? Я люблю пиво и изменяю тебе. Я обещал то, что я Степу закодирую. Я его закодирую. Степа! Мелкому нужен подарок. Выручи, брат. Как ты могло прирочить пса? Степа, эта клизма сейчас тебе нужнее. Вставь поглубже. Как сказал Рикардо. До встречи. Минус Степа, минус жизнь, минус жена. Степа развелся. Печально. Гена, моя единственная надежда. Ген! Гена! Проблема, беда, конец. О, привет. О, привет! Короче, Гена, у мелкого днюха. Я не знаю, что ему подарить, но подарить-то ему что-то нужно. Но я не знаю, что. Что ему можно подарить? Один мне подарил сосок. Да почему я всегда говорю сосок? Не сосок, а соску. Другой мне подарил клизму. Клизму я, кстати, оставил Степе, ему сейчас она нужнее. И какой-то радужный флажок. Все! А у меня подарка нет, я даже не знал то, что у мелкого сегодня днюха. Ты это понимаешь? Выручи, пожалуйста. Может быть, это... Никотиновый пластырь. Антиникотиновый пластырь. Гена, да ты, походу, лучше всех шаришь на этой планете. Мелкого реально зависимость. Я ему пару пластырев на задницу наклею, вот он больше курить и не будет. Гена, да ты прям меня выручил. С меня причитается... Я буду в долгу. Соска, флажок, никотиновый пластырь. А стоит ли вообще это делать? Это же мелкий. Мелкий мне как... Ну, да, не то, что даже меньший брат. Он мне реально как сыном уже стал. Я не знал то, что у него сегодня день рождения, потому что он как бы никому не мог этого сказать. Горить-то он не умеет. Мне кажется, это будет слишком фиговый поступок, если я реально ему подарю соску, подарю флажок какой-то радужный и подарю никотиновый пластырь. То есть сосет... Клеится и вешает флажки. Мне кажется, я какую-то ошибку совершаю. А с другой стороны, что я ему тогда смогу подарить, если не вот это? Что тогда мне... Генок? А ты что сюда приперся? Я уже сейчас мелкому дарить буду эти все подарки. Ты должен довериться своему сердцу. Оно подскажет тебе правильный выбор. Михалыч? Здорово. А чё вы все сюда припёрлись-то? Сделай что-нибудь хорошее. Да я пытаюсь сделать что-нибудь хорошее, но у меня нет идей, что ему можно подарить. Я... Рикардо? И ты тут? У нас сегодня здесь собрание клуба анонимных идиотов, или что, я не могу понять. Вся банда просто собралась. Мелкий, он как твой сын. Стёпа! Алкаш!
Я говорю, это прям новый BTS какой-то. Я не знаю, вот это банда, вот это я понимаю. Усынови его ради пива. Ну если ради пива. Он же реально мне как сын. Соси соску, Рикардо. Вешай флажки. От Гена. А ты закодируйся, придурка, кусок, никотиновым пластырем. Пивандрий. Ну если ради пивандрия. Вот это я понимаю, вот это банда. Вот это мужики, я понимаю. Вот это, вот мужская сила в наших руках. У всех есть яйца. Все яйца в руки взяли и посоветовали мне хорошие. И мне только что в голову пришла идея. Мелкий! Выйди на балкон! Ты там жив? Я подготовил для тебя подарок! Не надо мелкому пивандрий дарить, успокойся. Я знаю, что я подарю мелкому. Я подарю ему это в следующей серии. Вот прям моментально. Но все зависит только от тебя, как обычно. Влепи лайкусик, если мы прямо сейчас наберем 20 тысяч лайков, я подарю мелкому то, что я приготовил. И ты узнаешь, что я ему подарил, потому что это будет секретом. Спасибо большое, мужики, то, что мне помогли. Спасибо вашими советами, потому что я реально бы дебилом был, если бы я мелкому пластырь подарил. Узнаем в следующей серии, что получит мелкий. Я тебе скажу огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Ну, за такое можно как бы выпить. С бутылки слез, Степа, и наливай каждому. Спасибо большое, Гена. Мужики, вот это я понимаю. Может, мы с вами в баньку пойдем, а? Попарим друг друга. Ну, кроме Рикардо. Я бы с Рикардо бы не рисковал в баньку идти. А то еще фиг его знает, что он там начудить сможет.